Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Я продолжаю играть в метро 2033 Redux. В предыдущей серии так получилось, что не записался микрофон, и все, что я говорил, в общем, вы не услышали. Говорил я много и говорил в основном, ну, сами знаете, по делу, по игре. Почему не записалось? Отвечу сразу на вопросы, если будете задавать их в комментариях. Я не знаю. Бандикам, вот сейчас я вижу, что он реагирует на голос, вижу, работает индикация того, что я что-то говорю в микрофон, и это записывается. В прошлый раз я не обратил внимания на этот показатель, и игра просто показывала какие-то звуки, соответственно, я тоже это там вижу. И тем самым, ну, в общем, не заметил я то, что микрофон мой не записывается. Это плохо. Впредь теперь буду записывать еще и дополнительно звук отдельной программы, если вдруг там не запишется звук. Но это, я надеюсь, такой бэкап не будет больше пригождаться. Буду проверять перед каждым началом записи. Вот, ну что ж, давайте продолжать. Че уж там. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления... В общем, мы сюда вот доехали. Меня, значит, следить... И в конце предыдущей серии я также поменял здесь оружие и говорил о том, что... Ну, говорил, вы этого, конечно, не услышали. О том, что здесь оружие дается на шару, и здесь крутые стволы лежат. В общем, и говорил, что в комментариях напишите, мол, чего надо менять, чего не надо менять. Вот, но в итоге, конечно же, вы этого не слышали и не сказали мне, чего делать, поэтому я сейчас при вас сам это поменяю. Так же, по сути, как я делал и раньше. Здесь делаем замену на коллаж 2012 года. Давайте его сразу затюним по максимуму. Глушитель поставим, ЛЦУ поставим. Отлично. Это мы заменим на рельсотрон. Да, на вот эту штуку, рельсовый ускоритель, и сделаем из него снайперскую винтовку. Потому что это реально круто. Вот такой прицел поставим. Здесь я ставил, по-моему, время накопления заряда значительно чаще, да? Здесь позволяет дольше вести огонь, не отвлекаясь на перезарядку. Давайте поставим все же конденсаторы повышенной емкости. И, конечно же, ЛЦУ. Ну и заменим на автоматический дробовик, который называется абзац. Также его немного затюним. Ну, здесь совсем чуть-чуть тюнинга. Я думаю, больше полностью автоматический огонь, повышая при этом скорострельность. Но я думаю, все же это получше будет, чем ЛЦУ на дробовике автоматическом. Вот, в общем, таким вот запасом оружия мы запаслись, притом это абсолютно бесплатно, чему я безумно рад. И вы мне говорили в комментариях, по-моему, где-то об этом. Но я, как обычно, вас немного не слушал и покупал всякую хрень. Так, собственно, мне нужно идти наверх. Здорово, братан. Здорово, чувак, как дела твои? Колешь дровишки, да? Молодец. Так, мы продолжаем свой путь. Так, братан здесь у нас немного молится, не будем его отвлекать. Ну, здравствуй, Артём. Привет, чувак. Ну что? Не очень-то и полезные бумаги. Не? Все намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Слушай, а шлемак не одолжишь? Значит, нам туда дорога. Ну да. Ты готов? Да, пошли. Ну, как тут у нас дела? Все готово? Чуваки, вы откуда здесь материализовались, ё-моё? Володя? Все снаряжение готово. Володя. А вы, ребята, готовы? Тогда по коням. По коням? Погнали. А где вы тут спите, братаны? Ну, по крайней мере, хотя бы окна мешковиной затянули, уже радует. Может, вы мне броник бы дали какой, или я не знаю. Ну, по сути же, здесь не видно. Так, давайте сразу гранаты выберем. Ну, блин, это прикольно, на самом деле, что, блин, на шару просто дали патронов. Я надеюсь, у меня сами патроны-то есть, потому что вроде есть какие-то патроны. Здесь их вроде купить было нельзя. Сейчас я еще раз проверю, конечно. О, братан уже ушел. Ну,
Давайте посмотрим. Да, нельзя купить патроны, к сожалению. Вот эта еще штука, по идее, должна быть весьма мощной. Но она собрана из велосипеда, реально. Это немного смешно, поэтому я лучше буду пользоваться тем, что проверено. Ну, конечно, нифига оно не проверено, пацаны. Так, нам сюда. Крысы. Ненавижу крыс, как и пауков, но пауков больше ненавижу. О, да у вас тут транспортное средство, я смотрю. Так, походу дела не услышали. Тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Ну, надеюсь, что мы к этой цели нормально, собственно, приблизимся и выполним задание. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Добро, пацаны, не вопрос. Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. Чё ж ты там про неё слышал-то? Была ещё станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми... О, приход! И ещё там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ага. Я понял, о чём ты, братан. Ерунда полная. Да, конечно, это вы ничего не знаете. Блин, огнеметик лежит классный, да? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Чуваки, мне что-то херовато, слушай. Хорошо, хоть вовнутрь, а не извне вагонетки. О, походу дела меня опять колбасит. А можно обратно? Артём! Артём! Да, братаны, все нормально. Артём! Очнись, Артём! Нормуль все, ребят, нормуль. Слава богу. Да-да-да. Он приходит в себя. Да-да-да. Убери свет, ты его слепишь. Я о том же. Артём, все в порядке? Да вроде нормально. Не знаю, попробую. Давай. Что это было? Хрен его знает, чувак. Я не понимаю, что происходит. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Да, у вас на горючем топливе вагонетка. Нормально. Вернее, на дровах. Вон дрова лежат, вон топка. Проверь ворота. Чё-то мне, чуваки, это все не нравится. Ой, не нравится. Ой, вообще не нравится. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь. И прикрывай нас с тыла. Не вопрос. Круто. О, да. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володь, найди схему первого блока. О, круто. Глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом... Ребят, а где моя пушка рельсотронская? Можно я ее возьму вместо... Давайте, кстати, заодно посмотрим, как стреляют всякие эти штуки. Перезарядим все оружие. Кто-то к нам приближается. Нет никого. Забей. Ого! Ни хрена себе. Упыри. Да это ж, блин, просто сказка какая-то. Хотя, конечно, перезаряжается, зараза, долговато. Так, хорошо. Попробуем вот эту хреновину. О! Так, аптечку заюзаем. Давай. Эк, вас дофига. Ты здесь не сиди. Отлично просто, замечательно. Устроим им ад на земле, ядрёна мать. Чувак, слышь? Братан! Твою мать! Дайте мне оружие. Отлично просто, замечательно, блин. Неужели нет больше баллонов под этот самый, под огнемет? Глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу... Или его, короче, никак, походу, его не закачаешь, да? Здесь что-то есть.
Кто-то к нам приближается. Забей. Забей. Ага. Тут забьешь, блин. Упыри. Так, по ходу дела их жарить надо, когда они реально близко. Потому что патронов на эту хрень не очень много. По моему сигналу? Да хватит уж по твоему сигналу-то. Шашлычок из упырей, ядрёна мать. Да чё там по твоему сигналу? Давайте быстрее уже гермодвери открывайте, ядрёна мать. Упс. Да, ты ещё, конечно, перезарядись, блин, именно вовремя твою дивизию. Аптечку бы. Дохните, твари, блин. Да ты твою дивизию, смотри, чё... Ядрён твою налево, блин. Глянь сюда. Етицкая сила, ну. Вода. Ну, в общем, я к вам вернусь, когда, собственно... Понял? Закончится баллон. Здесь что-то есть. Да, кстати, давайте сразу перезарядим всё оружие. Кто-то к нам приближается. Ага. Забей. Упыри. Аномалия совсем рядом. Ох ты, ядрить твою налево. Давайте, ребята, быстрее. Давай, давай. Ну же. Получилось. Готово. Заводи свою телегу, блин. Давай, давай. Так, дайте мне поменять обратно на рельсотрон, не? Сука. Давай же, газуй. Она не заводится. Твою ж мать. Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда. Поехали, быстро, быстро. Жесть. Охренеть. Можно я по ней постреляю, блин? Воу. Нормально, бомбануло. Не хотел бы там оказаться. Слушайте, я нахрен хочу этот, блин. А, не, слушайте, можно ее перезарядить, да? Немного подкачать. До максимума. Т6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ага. Ладно. Так, не, дайте мне обратно мой рельсотрон. Не хочу я бегать с огнем. О, да. Посмотрите на эту красавицу. Да это ж просто сказка. Отлично. Так, только я, пожалуй, буду не с рельсотроном ходить. Так, теперь, кстати, шарики. Это самое. Весь понадобится. Не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Ну, будем надеяться. Если это те ворота, которые сейчас вот там вот справа, что-то мне они какими-то слабоватыми кажутся, честно говоря. Так, мы прорвались. Но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Ага. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А какого шута-то, ядрена мать? Так торопиться, товарищ полковник. Может, это самое, перекурчик объявим? А может, выпьем, да? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Так, пустой ящичек. Ну, вы там медленнее идите, а я тут пока пошарю. О, что-то есть. Блин, ненавижу грёбаных пауков. Какие же они противные. Не, я мимо них пройти не могу. Пацаны? Может, возьмем с собой? Мы на брелке. Хватит балагорить. Вернемся домой. Будешь зубной щеткой сортир очистить. Да, товарищ генерал-ресурс. Так точно. Они, я погляжу, веселые ребята. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Сами щелкайте, я тут пока генераторную осмотрю. Ух ты, какая любопытная штука.
Жаль, сломанное. Или, может быть, это о том вы и говорили. Ну, генератор я запустил, чё? Так, ладно. Похоже, придется щелкать выключателями. Этими, что ли? Ну, давай. Ич. Отлично. Ты точно заслужил педаль. Нихрена себе, блин. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там, темно, и, страшно. Я с тобой, чувак, вот согласен, поэтому я с тобой здесь постою. Вот дерьмо. Да? Дерьмо? Поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. О, паучки. О, это на счастье. Нет, это дурная примета. Ага. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Логично. Вот, вот. Слушайте, а с чем это вы такие крутые, блин? Че это у тебя за волына такая зеленая, блин? Все спокойно. А, ты с рельсотроном ходишь, понял тебя. Оборона, это нападение. Ну да. Владимир, Артем, не суйтесь в пекло. За мной. За тобой? Не да, вопрос. Полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Да-да-да. Так, давайте заметочку на паузе. Это от твоих шуток. О, блин. Там что-то страшное. Давайте рельсотрон все же возьмем. Вон они. Где? Оп. Блин, чувак, да ты охренел, что ли? Дайте мне аптечку, пожалуйста. Все, готовы? Ладно. Блин, всех преисподнюю. Еще один шутер. Где? Не вижу, вижу. Вижу цель, не вижу препятствий. Чё ж ты по мне стреляешь-то, засранец, а? Дайте перезарядиться, чуваки. Сейчас все будет. Ага, сам умирай, а я пока пожить желаю. Ага. Ну вот это ты годно сказал. Так, походу чуваки отсюда будут опять выпрыгивать, да? Закрывай. Слушайте, а хорошая волына. Автоматический дрободан. Да просто, блин, крошит на куски. Чё, всех замочили? Перезаряжаемся. Да кто ж там ходит-то такой, а? Надо же. Генераторы. Можно включить? Нет? Нельзя. Ну чё там? Идём, пацаны, не? Ну ладно, я открываю. Готовы? Пошел в жопу. Тихо, 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 брата. Чувак, ну. Да вставай ты, твою мать. Охренеть. Оу. Что произошло? Боря! Борис! Что это? За что? Ах ты, говна кусок, блин. Твою мать. Степан.
кровью. До хрена патронов потратил, поздно. Ну ладно. Нам пора. Ну, уплю, по крайней мере, с тебя можно что-то стянуть, нет? Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Да уж. Проклятые твари. Че у нас там за заметка? Ну, опять же, на паузе. Жесть какая. Так, лифт у нас закрыт. Впереди насосная станция. Ага. И резервуар для источных вод. Не, но Борю мы не можем. Дайте мне пару минуток. Обыскать. Класс. Чуваки, патрончиков не найдется, а? А то как-то это... Не очень-то уж и много их у меня. О, табуреточка. Еще секундочку. А что ты делаешь, слушай? Готово. Открывай, раз готово, чё. Надеть противогазы. Понял. Блин, у вас шлемы крутые, блин. Не то, что у меня. Ну вот у тебя еще шапка-ушанка с противогазом. Ульман, проверь. Сам проверь. Че, что сразу, Ульман? Несправедливо. Ну, чувак, такова твоя судьба. Стоим. Все чисто, заходим. Не вопрос. Ух ты, что это я взял? А, для огнетушителя, что ли? Ну, вернее, для этого. Ой, ядрина, ядрёна мать. Для огнемета. Но огнемета у меня нету, гляну, поэтому... Это? Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Это грибы, чувак. И ты их лучше не ешь. Я уже ел. Ящичек. Ну и что теперь? С каким-то там дробовичком. Проход. Нам туда. Окей, пошли. Другого выбора нет. Ну, двинули о, по-тихому. Душик. Можно помыться. Че, твари бегут, да? Понял. Не! Ты, блин, еще не сдохла. Чуваки, прикрывай. Перезаряжаюсь, ребята. Прикрывайте. Ни хрена вас здесь. Не, рельсотрон решает, реально. Нормально. Чё, перезаряжайся давай, быстрее. Всю энергию выюзал, что ли? Быстрее, к выходу! Как тебя перезарядить-то? Понял? Давай, давай, давай! Мужики, может быть, хоть бы, блин, я не знаю, там, прикрыли, что ли, ядрёна мать. Так, понятно, здесь у меня уже патрончики кончились, да? Ну, вообще шикарно. Да уж, побыстрее бы желательно, а то с патронами лажа, пацаны. Блин, туда не пролезть. Вперед, не останавливаться! Ой, фильтр забыл, да. Поменяй фильтр. А сюда можно? Не, сюда нельзя. Открывай. Вот она. Эта дверь ведет в D6. Окей. Какая? Это или та? Похоже на... На чё? Сожри меня, упырь. Она закрыта. Ну, да, логично же. Что-то я не удивлен. А ты еще в звонок позвонил, да? А ну ты молодец. А что? Бронированная дверь. Угу. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Чувачки, а патрончиков не скинете, а? А то я пустой, типа. Вообще пустой практически. Артем, осмотри комнату, живо. Какую?
какую, твою мать, комнату? А, понял. Блин, страшно под такой херотой пролазить. Сейчас она закроется, я больше чем уверен. Конечно. Артём, с тобой все в порядке? Нет. Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. Что это за херота? Удачи! Оу! Ни хрена себе. Походу здесь то, чего я, блин, больше всего в жизни ненавижу. Охренеть. Просто охренеть. Именно, короче, то, чего я больше в жизни ненавижу, оно здесь. Паучки вместе со скорпионами. Просто, блин, совсем хорошо. Пошли нахрен отсюда, засранцы, твари, говнари. Блин, нет у меня на вас огнетушителя, ядрёна мать. Ты ещё там чем-то дымишь. Чего? Блин, звук такой вообще капец. Охренеть, у меня патронов нет вообще. Фу, блин. Жесть какая. А просто ножиком ударить, не? О. Ну, конечно же, сейф у нас здесь закрыт. Блин, охренеть, я такие звуки вообще ненавижу. Жесть. Ну нормально, там еще и... Чего? Стреляют? А, это пацаны, походу, там, да? Не, явно мне туда не стоит спускаться, наверное, да? Ну, попробуем. Пошли в жопу. В жопу пошли. Ну, ребята, извините. Чё уж там, блин. У меня патроны закончились. Охренеть. Фу. Пошли нахрен. У меня реально нет патронов вообще. То есть, ну, совсем. Чем от вас, ядрёна мать ваша, отбиваться-то? Не желаете гранатку? Вот так. На еще, братан. Закуси. А вы там что, с пауком дрались, что ли? Как я понял, да? Ну, давайте, подходите ближе. Последних два патрона, чуваки. И сюда. Я вас всех тут, блин, пожгу, ядрен ваша мать. Не. Иди, иди сюда, иди. Ну, говно, блин. Так, короче, с ним... Походу, я разобрался, да? Жесть какая, блин. Одна паутина везде. Фу, блин, какая мерзость. Походу, дело мне сюда надо, да? Так, дайте ко мне на всякий случай. А, блин, нет у меня патронов нигде, вообще пустой. Жесть какая. Ну, по крайней мере, пока что вроде выжил. Ёшкин дрын.
Не, ну я, пожалуй, туда спущусь ради заметочки и аптечки. Гетитская сила, блин. И главное, вообще же нету патронов. Нигде. Так, там свет вижу, да? По ходу дела это я сейчас дверь им открою. С другой стороны. Блин, ну я надеюсь, ну здесь-то есть патроны. Ага, патроны. Кому? Как же? Закрывай быстрее. О, походу их там до хрена прибежало. Артём, сюда! А вы как здесь вообще взялись-то? Слава богу, живой все-таки. Слушай, что-то я не пойму. А вы вообще как здесь оказались? Степу. Твою ж мать, хватит про своего Тише. Степана, блин. У меня патронов ни хрена нету. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Ага. Слышим, что слышим. Что там у нас идет оттуда? Открывай ворота. Ну, чуваки, чё, придется вам меня это... По-моему, что это... Что за... Метро? Чего? Так, так, так... Это еще что? Походу спецпоезд, ребята. Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это? Я тоже зайду гляну. О, а можно тут порулить, не? Чуваки, подождите, я хочу вагончики обыскать на предмет наличия патронов. А, ну да, тут цельный поезд. По-моему, спецпоезд какой-то, да? Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Ага. Чё, поехали. Нормально все будет. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Угу. Все залезли? Окей. Погнали. Следующая остановка — командный центр. Осторожно, двери, мать вашу, закрываются. Вам это ничего не напоминает, а? Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Да, только теперь вопрос, есть ли там эти ракеты в принципе? Вот самый главный вопрос, ребята. Ну чё, приехали? Противогазы, быстро! Окей. А патронов-то у меня до сих пор нету. Есть патроны, братан? Слышь? О, картишки. Эй, поаккуратненько. 20 лет без техобслуживания, не всякая советская военная техника выйдет. Ядрёна мать. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Окей. Хотя я и не Артём. Что-то все слишком просто. Ага. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Ёшкин дрын. Товарищ командир. Чё, с тобой? Ну, пошли. Патроны, патроны. Мне нужны грёбаные патроны. Патронов у меня нету. Иди вперед, братан. Дайте-ка я проверю. Нет, здесь патронов явно нету. Хотя, может, дальше что-нибудь будет, а? О. Ну, хоть фильтр.
А здесь? О, слушай, ну-ка. Не-а, туда не пройти. Так, ты же где уже потерялся? Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Ага, о, ящички. Да. Ну, хоть что-то, хоть какие-то патроны. Так, тут наверху должны быть воздушные фильтры на экстренный случай. Раньше все строили на века. Ага. Думаю, система все еще работает. Ну, думай, но я надеюсь, что они работают. Вот и фильтры, по ходу дела, да? Пропуски какие-то, что ли? Закрыто. Ну, давай, врубай. Эй, Мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Ну охренеть там теперь. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись. Ну мониторы же заработали. Потом объясню, что делать дальше. Ага. Куда туда? Ладно. Жесть какая. Так, пацаны, я вас вижу. Ага. Окей, не вопрос. Блин, а это реально вентиляция. Хреновина, вентилятор огромный. Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо отгрызть все кожухи. Отодвинь крышки. Не вопрос. На какую? Есть. Третья кнопка. Есть. Так, следующую. Следующую? Ну не вопрос, четвертую. А вторую? Вторую сделаем. Где там вторая? Вот. Есть. Теперь давай дальше. Четвертая. Окей. Сейчас все сделаем, подожди. Запускаю. Ну, с Богом! Давай к нам! Окей, бегу. Воу, чуть не упал. Слушай мою команду. Все на платформе. Готовься запустить систему. Здесь. Давай, пуск! Ну, запускай, братан. Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! На! Отлично! Слабо вообще, слабо долбанул. В добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Окей. А все, типа, можно снимать? Нет? Противогаз-то можно снять? Вроде да. Охренеть. Ну, вроде запустили, уже радует. Поехали. Так, если давай. Что, ВКонтакте булькнул у меня. Это мы сейчас вниз по кругу, что ли, будем спускаться, ну да. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Да уж там везде все неладно, блин. Начиная от того, что мутанты везде по коридорам шастают, блин. Наверное. Хочешь, башку пропишу?
А я прошел через тебя. Все, приехали. Ульман, налево. Профессор направо. Артем, прикрываешь меня? Тебя? У меня 15 Если патронов, братан. Если составлены верно, нам туда. Чувак, у меня всего лишь 15 патронов. Есть идеи? Нет. Артем. Чё? Что ты хочешь? Я не знаю, как открыть эти гребаные ворота. Вот, противогазы знаю, где взять. А как ворота открыть, хрен тебя пойми. Ну, может, здесь? Нет? Нет. Но что, если... Чё? Давай, говори, что делать. Ну, правильно, щиток. Он же открытый. Так, хорошо, пошло. О, блин, коротит. Нормально, да, давай, Ульман, давай. Давай за мной. Не, ребят, я, конечно, все понимаю, но больше всего мне сейчас нужны гребаные патроны. Плевать я хотел на всякие ваши... Ну, блин, нафига мне для огнетушителя? Ву! Ву! Да! Во! Это другое дело. Да уж. Не очень, конечно, другое дело, но ладно. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она! Ну, железная, ты за ней сидишь, да? Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Ага. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый – уничтожен. Второй – небоеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Ну давай. Какого дьявола? Ага. Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Ну и кто же это должен сделать? Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть. Этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение. Ага. Чтобы ему напряжения хватило. Ну, я понял. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Ну, Артем, Ульман, за мной. Пошли. Я бы один бы здесь ни хрена не остался. Хотя не, вроде двери закрыты нормально, да? Закрывай. Братан, закрывай двери. Ну ладно, как хочешь. Оу, что это за фигня вообще? Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего чё не пройдет. Что это вообще? Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Но... по-моему, удачи меня всем. Плющит. Так, эй, я с тобой, да? Давай, поехали. Ядрёна твою налево, блин. Упырь я вымя. Да, но теперь повсюду растеклось. Ага. Что за мерзость? И поменяем фильтр на всякий случай, конечно же. Сюда? Шли. Ни хрена их тут, блин, всех. Так, о, что-то здесь лежит. Блин, надо было все же, по ходу дела, этот самый брать. Лифт-то здесь. Ага. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Идем. Вперед, но аккуратно. Угу. И прикрываем друг друга. Главное, чтобы ты меня прикрывал, чувак. Вау, 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 вау. Уфу-фу-фу-фу. Стреляй сам, слушай.
У меня ноль аптечек, братан. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Ну я же надеюсь, ты знаешь, что с ними делать, да? Жесть какая. Ну, на самом деле интересно, народ. Раздача. Подходи по одному. У тебя патроны есть, ты и стреляй. У меня патронов, к сожалению, мало. Очень мало. Ну, стреляй, говно. Не кричи. Жесть-то какая. Какой же ты кривой, твою дивизию. Проклятие. Ты, блин, стрелять научись, чувак. Я это лучше тебя стреляю, ядрен твою налево. Етицкий городовой. Сзади, чувак, сзади. Охренеть, блин. Я бы вряд ли бы. Вот он. Лифт. Я бы вряд ли бы в реальной жизни смог бы по таким лазить местам. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Давай, запускай. Поехали. Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Фу, блин. Этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Фу, блин. Артём, теперь держи. Жесть какая. Походу дела реактор накрылся, мне что-то так кажется. На полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ага. Давай, братан, иди вперед. Ну как ты? Я? Справишься с этим? Чё, хреново мне? Чё я тебе могу сказать? И умер я уже. Нет у меня аптечек и патронов, братан. Да уж. Да, пожалуй, возьму я дробовичок, да? Еще и сзади, блин. Нет, урода. Нет у меня, братан, аптечек. А у меня что, фильтры закончились? Можешь поверить, я за свою жизнь всякого дерьма навидался. Но это... Слов нет. Ох, как мне хреново, чувак, ты бы знал. И фильтры у меня, что ли? Блин, подожди, у меня фильтры закончились? Блин, ядреная мать, у меня фильтры закончились. Чувак, это все, это конец. Чувак. Фильтры, фильтры, фильтры. Без дураков. Оно опаснее, чем кажется. О, да. Странно говорить, но мне жутко. И поменять сразу. На одну минуту, офигеть. Полезли. Артём, давай ко мне. Да я здесь.
Так, хорошо. Я надеюсь, здесь хоть что-нибудь полезное есть. Так, фильтр, хорошо. Где же у него кнопка? Блин, закрытый ящик. О, отлично. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Ёшкин дрын. Легко сказать. Это реактор, но что ли? За бардак. Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Ну давай. Мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Ядрить твою налево. Это дьявольщина. Эта дрянь еще и сопротивляется. Ну да. Да что за ересь? Офигеть. Да ересь та еще. Двери закрыл. Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Да уже давай, потом включай что-нибудь. Теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Где? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Туда вот что ли? Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Я понял. Ты дуй туда. Я отвлеку эту тварь. Ну блин, но, чувак. Сейчас или никогда. Давай. Охренеть, я просто в реакторе. Внутри гребаного реактора. Все забирать, все забирать. Все, что можно, то и забирать. Так, мне сюда? Давай. Хорошо. Поехали. А дверь закроется, интересно, нет? Походу дела нифига. Так, первый стержень есть. Достигнута контактная зона. Поднимаю. Воу! Ты меня, блин, засранец, прикрывать обещал. Поднимаю, не? Кажись, поднимаю. Нет, нифига не поднимаю. А-а-а! Ну! Блин, какой из этих стержней надо поднять вообще, ядрить твою налево? Достигнута контактная зона. Хорошо, опускаем. А, вот стержень. Есть контакт, хорошо, пошло. Еще выше поднимать надо? А, понял. Достигнута контактная зона. Понял, опускаю. Внимание, извлечение стержня. Три четверти, но тискну еще капельку. Да уж понятно, блин. Меня не хватит настолько. Я не вижу ни хрена. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Хорошо. 100%! Идрить твою налево. Походу меня бомбануло, да? Ладно, давайте быстрее. Надо все это делать быстрее. Я думаю, начнем все-таки с этого на этот раз, да? Да чтоб ты был здоров, блин. Внимание, извлечение стержня. Есть половина мощности. Поехали дальше. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Поехали. Поехали, давай ядрить твою налево.
Достигнута контактная зона. Внимание. Хорошо. Извлечение стержня. 100% мощности. 100%. Сейчас, ребята, минуту. А можно отсюда свалить, а? Понял, еду. А куда ехать-то? На, понял. Зеленая зона, зеленая зона. Поехали, твою дивизию. Там она, походу, эта хрень недовольна. Так, выходим из этого гребаного крана. Идить твою налево. Будь оно неладно. Закрывай. Лифты мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Ага. Тут есть еще один. Пошли сюда. Окей. Закрыть дверки мы. Закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Чего? А мои черные-то тут здесь при чем вообще? Или о чем ты? Так, хорошо. Почитаем заметочку на паузе. А нахрена вообще наверх-то? Слышь? Ну, судя по заметкам. Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Понял. С подарочком? Я даже не знаю, что это может быть. Ни хрена себе. Ты только оглядись, Артём. Офигеть. Это же наше наследие. Ну да. И наше будущее. Это да. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силу. Танки ядрить тою налево. Мы охренеть. Огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями земли. Ну я надеюсь. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Ну, я надеюсь. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Окей. Я надеюсь, твои слова, блин, окажутся правдивыми. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Что это? Гори в аду со своими шуточками. Чего это? Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну, ладно. А, это цель наводки, походу. Вернее, наводящаяся херота. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Окей. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Угу. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. В науку, чувак, в науку. Погнали наших городских. Заводи шарманку. Патронов по-прежнему в этом поезде ни хрена. Человечество опять спасает. Ага. Есть такое. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Ну, походу, здесь она и должна закончиться. По-моему, мы уже к финалу немного подходим, да? Мне кажется. А может и нет. Но путь прошел я довольно неблизкий. Собственно, видите, да, где начало было, а где вот, собственно, по ходу дела все и завершится. Давай, грузись быстрее. Ёшкин дрын. Ну вот, собственно, да. Это в начале игры. В начале нашего прохождения, если вы помните, это именно и было. Товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Там да хрена всякой хрени лезет. Круг, быстро! Ага.
Ну, чуваки. Окей. Ага. А все, нечем стрелять. Да ну охренеть теперь. Чуваки, может, поможете, а? Ёшкин дрын. Ну, это мы видели вначале. Охренеть. Походу, все. Нет? Живой еще? Ну, и что тебе нужно? Относительно, чувак. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к базе. Понял. Это наш шанс. Понял. Патроны. Нужны патроны. Есть. Отлично. Просто замечательно. Перезарядочно. Они слева. Теперь справа. Нам нужно убираться отсюда. Ну, ты сам разберешься, да? Нет, не разберешься, засранец, блин. Ну, блин, только что ж патронов подобрал. Да хрена, на что? А, понятно. Не вопрос. Да ты твою дивизию, блин. Прикрывал бы хоть бы. Куда десантируемся-то? Воу! Чувак, перезаряжаюсь, прикрывай. Просто месиво какое-то. Артём! Да! Сюда! Нет, я не Артём, но ладно, вперёд, пойду с тобой. Вперёд! Тут где-то патрончики были, кстати. Я их где-то здесь замечал. Ну ладно, побежали. Бежим, бежим, бежим. Давай, 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 вперёд! Да побежали, бегу, бегу, бегу. Чё уж, я ж только рад. Комната, окей. Патроны. Замечательно. Нет, не открывается таким образом. Че у нас еще здесь есть? Аптечка. Хорошо. Кажется, больше нифига. Можно идти. Давай, пошли. Ага. Да пошли, пошли, братан, я не спорю. Я только за, побыстрее бы отсюда свалить. Ну, по ходу дела мы уже добрались, да? Тихо, пошли. Давай, давай, давай. Я за тобой. Так, хорошо, вроде добрались до башни. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Ну, что его искать? Вот он. Таксофончик. Ну чё, давай. Да. Да. Легче сказать, чем сделать. Ну да. Наверх. Ага. Чё, пошли. Ну? Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Это будет веселая поездочка, мне так кажется, да? Давай, давай,
Давай, упырья жало, давай! Воля! Оу! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Да. Я таки понял. Охренеть, скорость. Скорость офигевающая. А что будет, когда мы до верха доедем? Там тормоза сработают или мы так чисто? А, понятно. Ну, нормально. Вообще отлично. О, это круто. Кто из Москвы, узнавайте свои районы. С тобой все в порядке? Да, вообще-то вешу тут типа так, ну как-то это. Ульман, Ульман, как слышите? Мы на башне. Так, давайте почитаем. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артем. Я. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Ага. Демоны. Демоны, демоны. Я вот типа здесь. Слышь, говно, уйди отсюда. Жесть какая. Ну телебашня, чё. Воу. Я так понимаю, что мне куда-то сюда надо бежать, да? О, дверь закрыта, ну отлично. Не-не-не-не-не, аккуратненько проходим. Пошли в жопу, демоны гребаные. Так, понял, поднимаюсь. И здесь закрыто, да что ж такое-то? Главное, хитрый такой, говорит, как-то тебе сюда подняться надо, а как, хрен его знает. О, здорово, чувак. Ульман, Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Ёшкин дрын. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Стреляю, чувак. Артём, Мельник, прием. Вроде убил. А ты где вообще, жив, не? Братан, что с тобой? Противогаз одень, слышь? Ага, походу тебя неплохо колбаснуло. Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай. Понял, чувак. Теперь все в твоих руках. Ты главное держись. Все будет нормуль. Противогаз еще, если что. Один вот там лежит. Ты главное живи. Ага. Чувак, ну ладно, понял. Попробуем. Какие в задницу облака? Нет облаков. Или вот ты про эти облака говоришь, которые типа туман. Так это туман, а не облака. Не, ну слушайте, давайте заценим, а? Вообще классно. Охренеть. Реально Москва? Наверное. Офигеть просто. Так, ладно, давайте дальше. Ну я ж не думаю, что вниз спускаться надо каким-то образом. Может, дверь хоть одна открыта есть и дреть твою налево. Сколько у меня там фильтра запаса? На 4 минуты. Времени не так уж и много. По ходу дела, все же мне вниз туда надо как-то спрыгнуть, да? Или, может быть, сюда пойти? О, да, здесь открытая дверь. Сохранялочка. Ну, вниз-то я могу, конечно, упасть, да? Нет, не могу. А каким образом наверх лезть-то? Лестницу видите? Я лично нет. Ну, по сути, можно по решетке забраться, но игра, видимо, этого не хочет нам предоставить такой возможности. Так, ладно. Я, конечно же, включу карту и пойду по карте. Да, вот сюда можно. Та-да-дан, та-да-дан-тан-тан. Чё-то приуныл, конечно, блин, наш Мельник. О, лестница. Оп, хорошо, лезем. Ай, тихо, тихо. Давай, давай, братан, крепись, ты сможешь. Да уж, лесенка, конечно, жесть. Вниз не смотри, братан.
Там внизу, внизу полная жопа. Так, лестница ушла. Ну, вроде я залез более-менее куда-то. Так, хорошо, мне теперь сюда. Понял. Поднимаюсь выше. Хотя давайте вниз спустимся, посмотрим, что там есть. А тут у нас фильтры. Ну, а ниже уже ничего нет. Но фильтры тоже хорошо. Он здесь. Чего? Кто? Он несет смерть. Какую смерть? Артём, это Ульман. Прием. Он пришел истребить нас. Ну, вообще, да. Вы же засранцы. Здесь, здесь, здесь. Истреблю вас до последнего. Мне вот интересно вообще, откуда вы, мать вашу, взялись? Так, заметочка, почитаем на паузе. Скелетик. Что это такое? Чемодан какой-то. Тихо. Так, ну мне явно не сюда, хотя можно пройтись, посмотреть, что здесь есть. Ага, ну в принципе тоже норм. Ничего там не было. Вот только что было не очень хорошо, да? И чё? Там же запрыгнуть не очень реально. С разбегу разве что. Ух ты, блин. Петицкая твоя налево. Хорошо. Отлично, не очень. Так, давайте, чувак, держись. Держись, твою дивизию. Охренеть. Давай, карабкайся. Давай, давай, давай. Ты сможешь, братан. Ползи. Ползи давай, давай, ползи, блин. Чувак, нормально все будет. Так, хорошо, выползли. Куда мы выползли? А хрен его знает, куда мы выползли. Ага, лестница. Не заметил ее сразу. Слышь, я тебя остановлю ща. Оу. Вы вообще нафиг кто? Я, пожалуй, наверх. Ну, лезь, лезь. Ну, что ж ты не лезешь-то, а? Вот же лестница. О, захотел лезть теперь. По ходу дела я вообще на самой вышке. Офигеть, а где мне устанавливать-то эту штуку надо? Походу, дело здесь. Может, нам дадут еще ракетами поуправлять, а? Так, лазерник поставил. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Понял. Только вот патрона у меня нет. В жопу идите. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим. Пошли в жопу. О, что-то мне хреново. Походу, я упал, да? Оу, это вообще где я? Чё вообще происходит? Так, хорошо, там одна дверь. Там еще одна дверь. Походу, мне дают выбор какой-то, я так понимаю.
А здесь дверь заколочена. Чего? В жопу иди. Иди нафиг. Воу. А, слушай, по ходу дела я выбрал туда, куда надо, да? А может и нет? Чего? Воу. Я куда-то опять провалился, походу. Так, ну, судя по всему, мне надо туда идти. Просто другого варианта я как бы не вижу. Чего? А, мне надо от него убегать. Окей. Да. Понял. Жесть какая. Просто какая-то... Охренеть, я по кругу бегаю реально. Так, если в другую сторону. Понял. Понял, назад бегу. В жопу иди. Охренеть, вот это его плющит. Блин, а теперь-то куда идти надо? Нельзя позволить ему. Артём, на помощь? Сдавайся. Пошли вы нафиг, блин. Я не знаю, что выбирать. Тихо, тихо, тихо. Ну же, давай. Чуть-чуть осталось. Оу. Так, это что-то странное. Мне прыгать, что ли, надо? А в другую сторону можно как-нибудь пойти, а? Нет. Ладно. Ич. Чего это за фигня вообще? Жесть. Офигеть просто. Мне это нравится, блин. Пошел в жопу, говно. А в жопу пойти не желаешь? Пойду-ка я прямо. Как шел, так и пойду. Ну да, вообще. Блин. Ну давай направо, не будем налево поворачивать. О, это охренеть. А-а-а, твою дивизию. Офигеть. Ну конечно, да. И чё? А, ну да. Последний чекпоинт. Я надеюсь, где-то уже в этих туннелях. А, блин. Так, блин. Пробегаем по-быстрому и бежим направо. Понял. Слушай, я не знаю, а может быть реально к нему типа надо пойти, а? А давайте попробуем. Почему нет? Здоров, чувак, как твои дела? Привет, мужик. А, ну понятно, это, собственно, хреновая идея. Ну а то, мало ли, может, типа, разработчики игры задумали всякую ересь. Ну, короче, они плохие, понятно. Они очень плохие. So badly. But I'm badass, and I kill some that shit. Как-то так. Бежим, 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 бежим. Падаем, не падаем. Нормально, бежим обратно. Нет, туда бежим.
Это я сам буду решать, чем мне можно позволять, а чем мне нельзя позволять. Понял, говно? Не, я прям бегу. Я пришел вас изничтожить, скажем так. Так, тихо. О, а тут, блин, надо очень хорошо разогнаться. Прямо побегу. Нет, туда нельзя. Понял. Ни хрена я вам сдаваться не буду. Вы что, охренели, что ли? Ну да, вообще. Помните, в Сталкере было такое: иди ко мне, я тебя жду. Этот самый монолит, или как он там назывался, я уже не помню. О, давай, братан, на свет иди. Иди на свет. Ты кто? Руку, пистолет. Понял, а ты вообще кто? Нельзя позволить ему. Остановите его. Я ж тебя попал, да? Так, что дальше? Стреляй в него. Ох, как ему хреново. Захват цели завершен. Отлично. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Не вопрос, даже посмотрим. Наверное. О, отлично. Откуда лететь-то будет? Ага, вижу. Три ракеты, охренеть. Надеюсь, они не ядерные. Бум! Такие ядерные. О, так у меня нормальный шлем был, чё? Можно жить. А, может и не ядерные. Ну, блин, нет у меня этого ствола. Вот, блин, заставщики. Ну, вообще шикарно, классно, круто. Зрелище, конечно, то еще. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Ну, что ж, давай, товарищи. Я считаю, что это концовка игры. Сейчас, конечно, посмотрим. Если пойдут титры, то это будет концовка игры. Ну, вообще эпично, конечно, блин. Надеюсь, нам всю башню покажут, нет? Так, контакт булькнул у меня. Да, ну что ж, ребят, мы прошли метро 2033. Redux. На очереди Last Night, тоже Redux. В общем, мы будем ее проходить, да, сразу вам скажу. Но не знаю, когда начнем, может быть, сегодня я начну записывать. Быть может, завтра. В общем, крутое было прохождение, игра мне очень понравилась. Last Night мы будем проходить вообще на самом-самом-самом сильно хардкорном уровне. Вот, попробуем. По сути, я и эту проходил без всяких показателей и так далее и тому подобное, но будем играть по хардкору, без подсказок, вообще без всякого этого. Ну, по крайней мере, я попробую это сделать. Ничего вам обещать не буду, вот, надеюсь, получится. Вот, вообще классная игра, классная атмосфера, прикольный сеттинг, хоть и коридорная, до изнеможения шутер, никакой свободы воли. Вот, но, в принципе, все было классно. Концовка, ну, концовка меня не очень порадовала. По-моему, здесь несколько концовок должно быть. Но с учетом того, что главный герой выжил и остался на башне, мы вроде долбанули неплохо по черным, или как они там называются. Вот. Посмотрели на разрушенную Москву, посмотрели на постапокалиптический мир, метро. Вообще классно все это было.
Конечно, не дай бог такое в жизни, никому не пожелаю, но все же игрушка атмосферой своей меня не очень сильно порадовала. Что ж, в общем, на этом все. Метро 2033, Redux, следующая Last Night. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, на Google+, все ссылки в описании. Не забывайте подписываться на канал стримов. Всем пока!